И ничего тут неизвестно, не говорят, отпустят, не отпустят. Нет, не отпустят. У нас просто пушечное мясо готовится, вот все. У меня больше терпения никакого не хватает. У них, у контрактников, у всех телефоны, у всех интернет, у них карта. Они где хохлы находятся на карте. А у вас вообще, вас действительно бросили? Бросили, да. Что будет, то будет. Так а постарше некому, что ли, вот обратиться-то? Да у нас здесь нет их, они вообще не знают, где здесь полковник. Командир полка, мы не знаем, где они вообще, мы их ни разу не видели. Как, они... мол, связаться-то, вот, с командиром полка бы вот связаться вам? Они далеко, в деревне бухают, где они еще-то, что они там делают-то? Это действительно, этих, блядь, взять за грудки, всем. Ты же там не один, вас не 5, не 10 человек. А всем пофигу, все забухали, все, 18 лет пьют, всем пофигу вообще. Но... А выевать-то кому? Надыбли спирту, вот спирт бодяжут. Ой. По дурдом. А самое главное, мы в Белгороде, видишь, какая фигня. Да. Пацанов-то груз 200 увозят домой-то, они, типа, в России их там это, ну, типа там. Ставишь себе то, что ты погиб в Белгороде, а не в Украине. Угу. И какая система. Вот я говорю, Игорь, я говорю, вот жду-жду, да не дождусь, наверное, тебя. Это вот какое сердце надо?